Международный день тигра – праздник, установленный на Международном форуме по проблемам, связанным с сохранением тигра на земле. В ноябре 2010 года в Санкт-Петербурге ежегодно отмечается 29 июля. Одной из главных целей проведения Международного дня тигра в разных странах является информирование общественности о проблеме исчезновения тигров и способах их защиты. Тигр находится под международной охраной, внесен в Красную книгу МСОП, приложение «Одна». С 1947 года действует полный запрет охоты на тигров, в 1955 году был запрещен, а затем строго ограничен отлов тигрят. Праздник в различных местах отмечается по-разному. Например, в некоторых зоопарках по всему миру хищники в такой день получают особо вкусный паёк и подарки. Международная организация Global Tiger Initiative к Международному дню тигра приурочила сбор около 350 миллионов долларов в целях сохранения популяции тигров и заявила, что к 2022 году популяция диких кошек не только не исчезнет, но даже удвоится. В России в последнее воскресенье сентября также празднуется альтернативный праздник – День тигра на Дальнем Востоке, появившийся в 2000 году. Его инициаторами стали писатель-охотовед Владимир Троинин и Международный благотворительный фонд «Феникс» при поддержке российских и международных природоохранных организаций. В 2001 году постановлением главы администрации города Владивостока Дню тигра был придан статус ежегодного официального городского праздника. По традиции в городе праздник начинается карнавальным шествием, в программе празднования также присутствуют конкурсы и соревнования. Президент России Владимир Путин назвал День тигра на Дальнем Востоке самым ярким экологическим праздником страны. По словам Путина, этот день объединяет всех, кого волнует судьба этого прекрасного хищника, всех, кто неравнодушен к дикой природе и стремится жить с ней в гармонии, оберегать ее, формируя здоровую окружающую среду и для себя, и для будущих поколений.